Здравствуйте, мои дорогие друзья! Сегодня отвечаю на один очень важный комментарий для мужчин под видео «Лучшие для эрекции препараты для мужчин для потенции». Я хочу, призываю даже всех мужчин читать комментарии под тем моим нашумевшим видео. Почему? Потому что многие мужчины делятся своими наработками, своими примерами. И вот один из них, он очень важный, я вам его прочту. Написал под никнеймом TikTok Family. Попробовал Apollo Balkan 50 мг. Жесть побочка, но действовала. Попробовал Виагру французскую 50 мг. 4 таблетки $50 за 4 таблетки. Да, она так и у нас стоит дорого. Побочки почти не было. Небольшая заложенность носа, покраснение лица. Но не на каждой таблетке. Минус цена и общее ощущение. Все-таки 50 мг, наверное, большая доза для меня. Попробовал Виасил. Побочки вообще нет. Ощущение было вначале такое, что не действует. Но в итоге превзошло все ожидания. Плюс цена копеечная. Две таблетки – $2. Но лучше всего – Тадалис. 20 мг. Цена также невысокая, но эффект держится. 2 дня стабильно, и побочки никакой не ощутил. Уважаемый TikTok Family, спасибо вам за комментарий. Спасибо вам за ваши советы. И тут указана и цена. И я говорю тоже в своем видео «Лучше для эрекции препараты». Кто не нашел это видео, призываю вас, мужчины, посмотреть, потому что это видео самое популярное на моем канале, хотя вышло давно, до сих пор оно набирает вообще кучу просмотров, пишутся куча комментариев. Поэтому, кому интересно знать про самые лучшие для эрекции препараты, про важные препараты для мужчин, найдите, зайдите ко мне на канал и в плейлисте «Важно для мужчин» найдите это видео. Или же видео по популярности смотрите, оно на первом месте. И пишите комментарии, делитесь этим видео и видео с тем препаратом, с теми видео про те препараты с вашими друзьями. И еще для вашего внимания у меня есть второй канал, тоже здесь на YouTube, «Аптека рядом». Там в основном короткие видео шортс до минуты, особенно для тех, кто не любит долго слушать, как один написал комментатор, нравоучения. Там все коротко, по существу. Но хотя на этом канале, оцените подписчиков, там 600 с чем-то у меня подписчиков, здесь уже доходит до 18 тысяч. Хотя каналы вышли в одно и то же время, в этом месяце, год, как я веду этот канал. И тот тоже. Спасибо за ваши комментарии. Я вас люблю, уважаю. Поставьте лайк. YouTube больше меня заметит, и вам будет больше пользы.